Согласно исследованиям ученых Национального исследовательского университета Высшей школы экономики НИУ-ВШЭ, труд выходцев из Таджикистана и Кыргызстана оказался самым низкооплачиваемым среди трудовых мигрантов. По данным НИУ-ВШЭ, больше всего в России в среднем зарабатывают трудовые мигранты из Белоруссии, в среднем за прошлый год 41,1 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше зарабатывают грузины – 33,5-35,9 тысяч рублей, и молдаване – 33,2-35,3 тысяч рублей. Выходцы из Украины уже в худшем положении – около 30 тысяч рублей, а хуже всего в России живется таджикам – 25-28 тысяч рублей, узбекам – 27-29 тысяч рублей и киргизам – 27-29 тысяч рублей. При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, чем у граждан РФ – 59 часов против 39,6 часов. Работодателями мигрантов в основном выступают малые – 40,3% и средние – 35,7% предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации, сообщает RIA.ru.